Люблю фисташки, поэтому решила использовать их для десерта, а именно для выпечки. Расскажу вам о том, как приготовить фисташковое печенье. Из всех продуктов получится около 30 небольших штук. Многие любят фисташки, особенно к пиву. А если говорить о десерте, то первое, что приходит на ум, это фисташковое мороженое. А вот печенье вкусное, нежное и рассыпчатое. Вы можете измельчить фисташки или нарезать их крупно, как больше нравится. Подаю печенье после остывания. Досмотришим видео, и я предложу записать список ингредиентов. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. А теперь ингредиенты. Сливочное масло 1 стакан, сахар 1 стакан, разрыхлитель 1 чайная ложка, мускатный орех 0,5 чайных ложки, яйца 1 штука, мука 2 стакана, фисташки 1 стакан, количество порций 30. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Всем приятного аппетита, жду вас снова.